Завод стеклопластиковых труб «Амитех Астана» был построен в 2005 году на деньги Банка реконструкции и развития Казахстана. На сегодняшний день численность завода составляет 120 человек, из них 80 человек производственный отдел. Производственная мощность завода порядка 150 километров по среднему диаметру, это тысячевый диаметр. Ну, на сегодняшний день, допустим, мы производим трубы и отгружаются в основном в Казахстан. Ну и также и экспортные контракты, это Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, также весь Сибирский регион Российской Федерации. Ну, в основном это Казахстан. В прошлом году были большие заказы, большие объемы, которые была реконструкция водных сетей города Актюбинска, и порядка 80% из этих сетей было поставлено нашим заводом. В этом году сейчас большие контракты, большие объекты у нас в городе Алматы, в городе Кизылорда. Ну и ближе к лету, наверное, опять пойдут уже экспортные заказы в Узбекистан, Таджикистан. В основном работают молодые люди, возраст у них вот до 30 лет, от 18 до 30 лет. Мой трудовой деятельность в городе Темиртау начался. Начал с монтажника. У меня наставник, обычно дядя Коля, звали мы его, старый человек был, учил мне. Он говорил, все, трудись, учись, и ты будешь, как когда-то будешь учить своих учеников будет. Вот так же продолжается у меня. Алеша говорит, что он хороший работник, у него стремление очень хорошее, как и работник хороший. Мы с другом Островховым Яковым обратились в общественную приемную партию «Нур Отан». Прошло определенное время, и нам предложили работу в «Амитех Астана». Мы приехали сюда, нам дали испытательный срок, мы поработали здесь неделю. Испытательный срок прошел, и нам сказали, что все, мы будем основательно здесь работать. Прошло 3 месяца. И как бы все устраивает, задержек по зарплате нету, коллектив отличный. Вместе с нами работает наш наставник Булат Музарбекович, который помогает и учит нас в определенный момент. Где-то, если не получается, он дает нам подсказку и говорит, как что делать. Хочу высказать слова благодарности «Амитеху Астана», которая помогает выпускникам союз детских деревень, детских домов, чтобы поставить на правильный путь. Дает работу. Всем большое спасибо. Ищите свой правильный путь. Вам выразить слова благодарности от филиала партии «Нур Отан», работающих в «Арселормиттал Темиртау», от партии «Нур Отан». Сегодня вы выполняете тот позыв, который говорит нам глава государства, Нурсултан Абишевич Назарбаев, что каждое предприятие должно быть тоже социально ориентированным. Очень приятно, что вы сегодня поддерживаете все программы, все инициативы партии «Нур Отан». Сегодня в Казахстане набирает популярность трудоустройство детей из детских домов. Это сегодня такое большое дело, в котором мы все должны объединяться. И вы своим примером показываете, что всему Казахстану, что каждый, если возьмется за это дело, то это дело будет делаться очень хорошо. Поэтому хотелось бы вручить вам вот такую грамоту. Очень приятно. От партии «Нур Отан». И
книгу нашего главы государства, как вы сейчас международное сотрудничество ведете тоже с Россией, Большой таможенный союз, который сегодня у нас существует. Поэтому вашу коллекцию, ваше предприятие, такая книга нашего главы государства. Просто рекламная продукция, календарики, да. Ну и так, между делом будете выпивать чайку. Очень приятно. Тоже, логотип тоже поставим. Будете вспоминать. Я хотел высказать вам слова благодарности, то, что вы трудоустроили сейчас двух молодых ребят из детского дома. Они здесь уже закрепились, сейчас вот очень им нравится, очень приятно. И мы вот в преддверии Дня Благодарности приехали сказать спасибо, снять такой репортаж тоже про них небольшой. Посмотрели ваше производство, очень вдохновлен. Я представлял, что это какое-то огромное такое предприятие, на самом деле все гораздо проще. И главное желание, огромное желание реализовать нашу казахстанскую мечту, вот то, что производим, мы проводим, и мне очень приятно, что вот Ригоса, что вы на экспорт очень много работаете. И тот бренд, который говорит глава государства, Молодым Казахстан, он у вас очень сильно поддерживается. Поэтому я говорю, Равиль сказал, что вы здесь, и хотел сказать большое спасибо. Мы только ради этого и приехали в день 1 числа на День Благодарности. Сказать такое большое спасибо. Ну, сами знаете, у нас с детских домов немного людей выходит нормально, потому что другое ставится. Некоторые идут по пути преступности и так далее. Самое главное этот момент перехватить и дать им правильное направление. Ну, я говорю, что вашим примером, я думаю, что многие увидят, если каждое предприятие будет хотя бы 2-3 человека брать, я думаю, что и не просто брать, а ставить им наставника, который их обучает, который их ведет. И ребята сегодня видно, они вот за полгода действительно повзрослели. Как они только пришли к нам в филиал партии, такие были как потерянные жизнью, сегодня уже у него есть своя мечта, своя цель уже там. Я смотрю, появилась у него семья, появилась у него. Он увидел красоту Астаны, что есть к чему стремиться, есть ради чего жить, так сказать. Сегодня мы посетили завод стеклопластиковых труб «Амитех Астана». Очень приятно, что руководство данной компании поддерживает все социальные инициативы партии «Нур Отан». Сегодня мы приехали высказать большие слова благодарности, то, что предприятие заключило меморандум с нашим филиалом партии «Нур Отан» и трудоустроило первых воспитанников детских домов на свое производство. Сегодня уже ребята отработали 3 месяца, получают стабильную заработную плату. Каждый молодой человек, он мечтает получить работу, продолжить свою жизнь, свою карьеру в столице нашей родины, Астане. И сегодня ребятам предоставилась такая возможность. Хотел выразить слова благодарности руководству компании «Амитех Астана», пожелать удачи, чтобы производство только росло на благо нашего государства, на благо нашей страны.